Активисты Общероссийского народного фронта посетили с инспекционным рейдом стройку детского сада в селе Ухтах Малежневского района. В рамках национального проекта «Демография» в регионе ведется строительство 6 дошкольных учреждений. Каждый объект на разной стадии готовности. Окончание контракта по этому садику – конец 2019 года. Принять он сможет 50 малышей. В муниципалитете на очереди около 200 человек. Дети от 0 до 2,5 лет. Это будет ясли. В них может быть посещение детей от 2 месяцев до 3 лет. Очередь мы понимаем свою, формируем уже группы, которые заселятся в 2020 году. Здание сада в Ухтахме будет теплоэффективным, с вентилируемым фасадом. Одноэтажное строение с широкими дверными проемами и пандусами рассчитано в том числе и на детей с ограниченными возможностями здоровья. На следующей неделе подрядчик приступает к крыше, а значит, внутренние работы будут проводиться в сухом и, что немаловажно, теплом помещении. Ведется работа по теплотрассе, по монтажу теплотрассы. Водопровод, канализация уже сделана, фундамент сделан. Сейчас готовность покладки примерно 70%, 70-75%. По присоединению к технологическому электричеству, то есть все тоже ведется, уже столбы все здесь лежит. У этого объекта есть все шансы стать первой ласточкой. А вот, например, по строительству сада в деревню Беленицы Ивановского района у НФ есть опасения. В настоящий момент там фактически организуется только фундамент, льется монолитная плита, а по проекту садик там и монолитная стена. То есть мы очень переживаем, что фактически в мороз будут заниматься монолитными бетонными работами, что может принести к существенным отклонениям и в качестве работ, и в удлинение сроков. Мониторинг строительства детских садов и школ активисты Народного фронта продолжат. Садик в Ухтахме откроется после получения лицензии. Предположительно, новоселье справят в первом квартале 2020 года. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Лежневский район.